потому что он играет за две эти команды. Первое звено выглядит так. Нападение. 13-й номер Кирилл стал в Петербурге против команды СКА. Это слепец с шайбой. Будет бросок, да, первое звено сейчас у России мира. Это тот же Соркин, и Ртищев, и Дорофеев. Ну, в общем, да. А есть еще вообще играет под 89-м номером. Вот хороший бросок с него. Московский. Посмотрим сейчас. Вот как раз это Демидов, да, Демидов. Вот Кадола, наверное, почему не взял второй номер. Играл такой в рижском «Динамо», потом в московском «Динамо». Михаил Шустак, да. Даже во вторую сборную входил. Нападающий, классный нападающий. Помощников его не показывает. Но вот это бросок. Это бросок был сейчас. Да, вот наброс. А вот там, да-да-да-да. Вот видите, россияне натолкнули. И смотрим, атака. Прострельная передача, бросок. И Шостак. Шостак отбивает шайбу. Минута первого периода. Ну, можно провести атаку. Передача какая неожиданная. Матчи. Да, вот этот повтор момента. Это когда белорусы разыгрывали большинство. Вот смотрите, как Коновалов перемещается. Чуть-чуть поопытнее получается Шостака. Ну, смотрим, момент. Где шайба? Шостак потерял шайбу из виду. Резать угол, вылезти на ударную позицию. Это был как раз Никита Шашков. Шайба ворот, контратака. И смотрим, может получиться опасно. Передача, бросок. И повтор. Да. Чемпионата мира. Вот смотрим повтор этого момента. Ну сейчас как ошибается-то, а? Как же может так ошибиться Георгий Иванов? Ну вот момент был. Это Дорофеев. Вот, друзья. Как там болельщики добирались, я не знаю. Метро уже было закрыто. Но это считается самый длинный матч в российском хоккее, безусловно. Хоккеисты сборной России, сборной Олимпийской. Вот наброс. Наброс. Шостак там в последний момент шайбу увидел. Там серия рикошетов. И вот она, бесхозная шайба. По-моему, Мироманов. Да. Мироманов дотянулся с неудобной руки. Нападающий, по-моему, нападающий это. Или Мироманов. Давайте сейчас на повторе посмотрим. Ну, поздравляю это звено. На добивание именно сыграли сейчас хорошо. И что вы думаете? Михаил Шостак, вот тот самый Михаил Шостак, открывал калиточку. Я даже глазам не поверил. Были такие случаи. Были такие случаи. Как раз как-то один из сезонов. Тори тоже было. Вот, бросок сходу. Игрока команды Сканева. Пошел он туда на пятак. Как заправский нападающий. И вот шайба к нему скочила. И он так удачно. Ну, знаете, он вытянул руки. Он хорошо сегодня играл. И то, что команда пропустила шайбу, я думаю, абсолютно его вины нет. Так, а приз лучшего игрока сегодняшнего матча получает другой игрок Сканевы, Павел Кукшта, Беларуси. Завтра в 16:00 трансляция.